Всем привет, с вами Константин, и вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Звездный, где хочу сделать презентацию вот этого прекрасного дома 110 квадратных метров, который располагается у нас на 5,5 сотках земли. Дом уже в принципе готов, заходи и живи. Пойдемте посмотрим вовнутрь, как он выглядит. При входе на участок нашего дома мы видим, у нас здесь отсыпана щебнем дорожка, парковка под машину, коммуникации, септик 8-кубовый дренажный, центральная вода, свет 15 кВт. Дом у нас выполнен по немецкой технологии Буамид, который полностью защищает дом от всего и от вредных воздействий окружающих среды. Он у нас получается обработан вот в таких ярких цветах, что позволяет домику выглядеть очень светло и уютно. Пойдемте, пройдем вовнутрь. При входе в дом мы попадаем в такую прекрасную прихожую, где великолепно может разместиться шкаф-купе, расставить, может быть, обувь и еще какие-то свои верхнюю одежду. Далее мы проходим, у нас слева получается санузел, который выполнен в таких хороших нейтральных тонах. Далее мы попадаем на первом этаже в такую хорошую просторную спальню, которая будет использоваться как для гостей, может быть, как и для родителей. Тоже выполнено в светлых тонах. Обратите внимание, поставили вот такие хорошие двери. Качественные, хорошие, интересные, белого цвета. Пойдемте дальше. Далее мы с вами проходим в сердцевину нашего домика. Это получается кухня-гостиная, которая у нас с вами получается 38 квадратных метров. Она тоже выполнена в таком стиле ламинат. Здесь выложена у нас серого цвета плитка с подогреванием теплого пола. У нас находится на кухне. Также уже установили котел. Он у нас электрический, гребенки для теплого пола. Теплый пол в данном доме у нас при входе, санузел и кухня. Также с кухни есть прекрасный выход на террасу. Терраса у нас получается выложена плиткой. По пожеланию клиента полностью можно здесь еще установить навес как утепленный, так и из поликарбоната и застеклить всю террасу. Это на пожелание нашего клиента, а вы можете быть именно им. Пойдемте посмотрим на второй этаж. Поднимаясь на второй этаж по этой прекрасной белой лестнице, которая выполнена у нас из бука, мы попадаем в спальную зону нашего дома. Здесь у нас сразу получается располагается санузел, где очень прекрасно можно, не спускаясь вниз, все сделать в этом месте. И две хороших больших спальни. Они у нас тоже уже полностью готовы для того, чтобы заселяться и жить здесь у нас на юге, радоваться жизни. Вторая спальня у нас маленько поменьше. Также вы можете видеть, что уже установили радиаторы, все подготовили. Дом полностью готов для заселения. Если вас заинтересовал наш ролик, вы можете звонить по телефону, который видите на экранах своих телевизоров. Thank you.
Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, заводите в отдел продаж, и мы обязательно на них ответим. Данный дом у нас в свободной продаже, и вы можете быть именно этим клиентом, который может его приобрести. Всем пока, до новых встреч. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока.